Не будет конца света и все. Даже ребенок не верит концу света, да? Правильно? Ты веришь или нет? Нет. Я не верю. По крайней мере, это чушь собачья. Слухи о конце света ажиотажа в нашем городе не вызвали. Большинство опрошенных шымкентцев проведут 21 декабря, как любой другой день. Но, тем не менее, полупустые магазинные полки твердят о другом. Горожане скупают свечки, спички и хлеб. Полкаларда спичка, свеча, холма. В магазине уже не осталось спичек и свечек. Все разобрали. Хотите уехать на 21 декабря? Довольно потирают руки туроператоры. Шымкентцы стали чаще выезжать за рубеж. Наши туристы побывали в Европе, в Турции и на островах. Именно перед 21 декабря. Вот у нас группа людей съездила. Они говорят, последний раз съездим в Европу, посмотрим, отдохнем перед концом света. Наступит ли конец света? Эта тема буквально взорвала интернет. В социальных сетях мнение о грядущем апокалипсисе разделилось. Правда, люди отнеслись к слухам иронично. Поздравляю всех с наступающим концом света! Конца света не будет. Я передумала. Майя. Слухи о наступающем конце света не дают покоя их казахстанским ученым. Некоторые даже задумались, как предотвратить апокалипсис. В Казахстане все прекрасно, тихо и спокойно. В Казахстане все прекрасно, тихо и спокойно. Алматинец, кандидат геолого-минералогических наук Михаил Казанцев предложил всеобщую медитацию. Ученый считает, что нашел самый верный способ борьбы с концом света. Каждый человек думает, допустим, индивидуально о каком-то событии, что-то переживает, делает. Если группа этих людей думает об одном и том же, в один и тот же момент, то вот такая получается как бы коллективная медитация, единство мысли, единство сознания, которое заставляет эту мысль, которую мы думаем, в конце концов материализоваться. Конца света не будет, успокаивают астрономы. Преподавательница астрономии Елена Клименко уверена, даже ее ученики знают, что парад планет – это выдуманное явление. И 21 декабря планеты Солнечной системы не выстроятся в один ряд. И никакой трагедии на Земле не произойдет. Парада планет 21 декабря не будет, потому что планеты находятся в совершенно разных знаках зодиака. То есть они проходят совершенно разные точки. Они не могут быть направлены по одной линии. По расчетам преподавательницы астрономии, Земля просуществует еще несколько миллионов лет. А тем, кто уже закупил продукты на случай конца света, не стоит переживать. Не за горами новогодние праздники.